Это касается. Ёбаный в рот, а, сука. Бесит а вот как эта привязка. У нее броня усиленная, это у кого, Григорий? Так, что это? А, ты про хак, да, написал? Гриф очень жесткий. Я вот не видел, это он залетел, поэтому круто. Это круто. Сейчас будем смотреть. Для меня это будет очень интересно посмотреть. Я уже всех, в принципе, видел, кто в основном играет Юна онлайн. Даже застал и MCQ, и Леона. Вот этого человечка не видел, но многие рассказывают, что прям какая-то жесткая заруба. Так, создам. Сварщик, говорят, так, крутой. Подготовлюсь. Соник крутой тем, что он на протяжении всей вот этой местности, где волна проходит. Так, во имя отца и сына и дома Харконина. Сварщик в Дюна 2. Как в МК Фризан. Валите сварщика, засиделся на троне. Но Егион, ну, по шансам, реально. Вот и Дюна Кэт может, и Егион может. Может вообще гриф, если вы так говорите, там гриф. Авер дядька какой-то жесткий. Может сейчас и он тут затащит. Хрен его знает. Сейчас как бы тут будет жестко. Сейчас позырим. Поэтому интересно на противостояние вот это посмотреть. Так, ну я не знаю, там они создали, не создали. И у нас остается Дюна Кэт и Сардаукар. Зависло, типа, я им стрим скидываю, мне. Дюна код. Так, я выбираю дом и себе сопернику, а соперник выбирает карту. Так, а там разбираются. Сардаукар, это кто-то типа любители фиолетовых, гриф. Не знаю, посмотрим, чё как играют, чё как будет. Я считаю, основа, чтобы выигрывать, это по-любому надо харвестеры противника гасить. По-любому. И свои не давать. Вот если взять хаки, когда миссии проходишь против компа, у него там база уже готова. И уже куча защиты стоит, и пушки, и все. Плюс если ты, если обнаруживаешь его, противник типа обнаружен, объявляется, то идет стандартная атака уже, рука смерти летит, там юниты идут. Так, еще поддержку. Это в таких условиях. Вау! Вау! Спасибо за поддержку. Ой, это от души. Ну и стрима Кузаду начал. Намет алтайский. Спасибо за поддержку тебе от души. Спасибо большое, это очень сильно помогает. Намет алтайский, ну все, будем подкрепляться. Так, очевидно, Дюна Кэт выиграет. Алекс, мы видели этот крах Харва. Так, сейчас я смотрю, что тут еще. Свар это мав. Да, было и так, что девиатором перекрашиваешь Харва, забирал Кириум на базу выгружаться. Вот это было прикольно. За 1000, но там уже у начнут они, нет, после турика распишу. Так, ну что там, а, ну наконец-то, блин, просил же, напишите в личку. О, блин,
Напишите в личку, напишите в личку. А, база. Зачем, зачем вот вы пишете в общий доступ? Так, окей. Подлаги. Так, ну все, наконец-то. Так, Сардаукар у нас плеер. Так, что там? Личка, это очень сложно, согласен. Я готов. О, поехали. Карту выбрали. Ну, смотрим. Так, теперь я смотрю. Зеленый Сардаукар, синий гриф, если правильно слева, тот, кто большой, справа, кто маленькая картинка. Так, ну и что теперь? Вот просто сравнение. Этот строит плиты, ни хрена еще не построено, а у этого... то он, у грифа уже два здания. Ну, это большая очень разница. Машинный. Вторым зданием машинный, не спайсовый завод. Что же гриф будет делать? Ну, что, трехколески пошли? Тут второй спайсовый пошел. Трехколески, они чем круто, что вот он сейчас придет, вот он третий такой строит спокойно, думает, на чили, на расслабоне, а сейчас трехколесочки такие придут, и чё? И чё делать? Сейчас позырим. Четвертый завод, четвертый. А тут уже трехколески, прямо на него. Трехколесочки спайсовики. Хровестеры позагасят. Еще гриф вин. Уже прям сейчас прослеживается. Ну все, ну что, пришла синий велосипед, блядь. Он только строит, у него денег нету. Ну и что он построит? 70 кредитов, 60 кредитов. Че он? Какой смысл? Харвестер собирает. Ну надо гасить харвестер, и он... Че он смотрит? Так, чего? Гриф стоит пикар. Он знает, что у него нету пушек и скоро еще, не скоро еще будут пушки. Этот трехколески лепит, а тот уже пикар строит. Сейчас он просто, смотри, вот, тактика тот раз, вот он посмотрел, как играл этот, кто он, Ричи. Пикар воспроизвел, но он не даже не подозревает. Он трехколесочки лепит, а они-то ничего, ничем не помогут. Вот зеленый радар делает. А пикар уже вылетел. Все, жопа. По базе пошла атака. Сейчас он заметит этот пикар? Не, он его увидит, нет? Услышал? Да, он... Блядь, ну пушку надо делать-то по-любому, потому что вариантов... Вот он, пикар летает. Все. Атака на главный завод. Все, жопа, проиграл. Ну ничего он не сделает. Он казарму строит, а смысл? Пикарта надо уничтожать. Ну все. Бля, я не знаю. Гриф, все. Супер тактика. Один пикар. Ну и какой смысл? Блядь, какой смысл? Ой-ой-ой. Ну, починит он немножко. Давай, чё? Бля, пиздец. Все, завода нет. Все. Машины есть, денег нет. Эту хуйню строить, рассаживать. Ну все, жопа. То есть он отстал в развитии. А что, она атакует, что ли? Да, она атакует, ракетная пехота. Атакует она. Но смысл она... Ну, даже если убьет, он главного завода решился. Лишился. Зеленый пошел сюда. А тут у нас что? Атакует, ну...
Не знаю. Вот он второй построил, и все, смысл. Второй пикар сейчас все раздолбит. Пикар. Он пришел, увидел, что он строит самолеты. Бах, нету. Ну, смысл. Эти летают, их пехота не уничтожит. А может, уничтожит. Ну, ладно, давай смотрим. Он нападает на главный завод трехколесками. Че он там пушку делает? Ну, завод-то уничтожают. Пикар делает еще один. Третий пикар. А че? Пехота уничтожила, нет? Вроде не летает. Бля, и что? Так что, СРД победил? Да ну нафиг. Вот так вот. Спокойно. Ну-ка. Так, ну, походу... Чё он там? Те же. Чё, какой счёт-то? СРД? Зелёный победил, что ли? Не, ну это... Вообще, блять, на грани. Ну, красиво. Так, 1-0 в пользу СРД Укара. СРД победил, да. Приехал, трёхколёсками загасил. Паузу-то дожми. Дома те же. Ну, Ордос Атрейдес. Меняются местами, меняются цветами. Так, он помнит, какие карты разрешенные у нас? Это разрешенная. Получается, СРД мощный так. Кент. Холоден как лед. Блять, взял против трех пикаров, не обосрался. Да, круто, но было неожиданно. Я думал, СРД Укар не успеет барак поставить. Барак и пехоту налепил. Пехота уничтожила орнитоптеры. Жестко. Че там так долго? Так, карта вроде другая. И зеленый теперь Сардукар. Тогда я посмотрю. Стоп. Давай тут седьмая есть. Так, Ваня, видимо, немножко под этим самым. На нервеньке. Так, ну смотрим. Так, тут ветряк готов. У СРД Укара. Строится. Бля, ну... Опять, значит... Сейчас он опережает второй завод спайсовый. Там всего лишь первый. И грунт пошел. Второй завод. А тут грунт. СРД Укара зеленого. Третий завод. У грифа грунт. И третий завод. Так, другая тактика у него, решил подольше поиграть, посерьезнее, наверное, гриф решил. Так, это что, четвертый завод, если не ошибаюсь, у СРД Укара, а у этого чего? Тоже четвертый, ебать. Так, а что, он четвертый влепил, я что-то не вкурил. Три, да, четыре.
Зеленый влепил, а этот только лепит. Зеленый уже лепит. Машинный. Тут спайса совсем нет еще. Так, тут только начал, а тут уже машинный готов. Трехколеска пошла в производство. На пушечку посмотрел. Так, пошел на противника. Что там у синего надо разобрать? Так, у зеленого радар готовится. Скоро будет. Харвестеры пустые, а вот нормально. Радар у синего готов. Опередил зеленого. Но харвестеры это полные. Сколько у него заводов? Сейчас я чекну. У синего 3, что ли? А у этого-то 4. Нет, 4 тоже. Угу. Зелененький. Нащупал базу противника. Посмотрел. Харвестер увидел. Ну и что? Давай атаковать харвестер-то. А у него там что-то производится у синего. Танк пошел в производство. Девиатор у зеленого. Чуть не отлетел, да, Ягеллон. Да, еще немножко и он отлетел бы. Пушка. У синего пушка. Он готовится, вдруг пикары полетят. Так, девиатор. Ну-ка. Бах. Захватил трехколеску. Но это ненадолго. Так, что-то он там где-то. Пикар. Блять. Сартукар. Сначала гриф его гасил этой херней. Блять, два харвестера. Он сейчас в базу их унесет. Они, по-моему. По-моему, когда в базу улетят, они должны. Ах ты, сука. Они должны стать этими. Блять, гаси его, гаси. Или на мину. На мину. Ой, блядь, девиатор. Хлопнул просто. Блядь, прикольно. Так, чего у нас там? Ракетную пушку делает. Зеленый сердукар. Гриф. Гриф, чего у нас там? Пока разбирался с девиатором. Пушка делается. У зеленого. В то же время у него, по-моему, есть... есть возможность орнитоптеры построить. А у синего что там? Валять мелко, так неудобно смотреть. Пушка. Отходит от зоны действия. Пушки чуть на мину не налетел. Но пушка достанет. Да, пушка это мощь. Танк уничтожит скоро. Но он пока ездит туда-сюда нормально. Так, машинный завод. Пошел второй, что ли, у синего. Хочет начать технику клепать. Но гриф, по крайней мере. Так, танки у зеленого. Гриф, по крайней мере, находится на полях спайсовых противника. Синий. Он на этих полях там ему спокойно не дает.
Все-таки Харвестеры в самом верху собирают. Там не видно у него на карте. Так, чего он там? Денежек нету у Грифа. Так, что он хочет? Так, тут спалился танк. Но у него один выстрел оставался у этого зеленого. Харвестер полудохлый. Можно сказать, дохлый. Так, синий лепит танки. Так, упало электричество. Ремонтный завод чинит Харвестер. Вот это да. Ветряк. Что, штурмовой танк, что ли? База рассаживалка. Штурмовой танк готов. Пушка неплохо там идет. Так, куда он хочет забуриться куда-то, да? Угу. Хочет базу где-то замутить. Дополнительную по сбору. Ага. Так, что у нас там? Синий в курсе об этом. Штурмовики лепит. Так, так, так. Так, штурмовик. Реактивочка синяя. Он пропалил, походу, это дело. Реактивочка там синяя стоит. И атакует базу. Вот там сзади штурмовичок. Он житья не даст. И штурмовичок снизу идет. Он этот штурмовичок может уничтожить. Бля. Так, тут сбор спайса идет у зеленого. Синий танк на зеленой базе. Штурмовик. Пушка где-то что-то как-то защищает. Штурмовики друг с другом. Реактивочку бы. Пару реактивочек и все, и конец. Штурмовички пошли на главный завод. Но тут уже очистительный строится. Обогатительный завод. Спайса. У синего реактивочки. Он хочет главное уничтожить. Так, зелененький у нас занимается Сардаукар сбором. Харвестеры чинятся. Вот так вот. Хочет захватить штурмовик. Главный завод чинит. Пушку хочет там построить, скорее всего, на той базе. Вот он будет распылять силы сейчас. Ну, тоже неплохо Сардаукар мутит. Так, а что у нас Гриф? Подмучивает заводы очистительные. Так, что-то он там хлопнул. Ага, хлопнул заводы. Ну, Гриф мощно зашел. Что он построит, нет? Так, танки он вынесет стопудово. Реактивка идет, она на Харвестер не попадет с такого близкого расстояния. Этот увеличивает добычу спайса, у него и так 1000 кредитов. Соник есть, все пробил дно здесь. Гриф, походу, будет 1-1 счет. Ну вот, все уничтожил, неплохо.
Так, зеленый что там? Харвестер строит где-то внизу дополнительный. Видит ли это синий? Ну, сейчас по радару не видит, но может быть. Так, так он увидел. Да, пошел туда. Гасит синие и зеленые танки. Так, что у нас мутит синий ветряк? На производстве штурмовики стоят. Штурмовик зеленый на производстве. Соник, по-моему, у него есть. Вон он, Соник произвелся, и, по-моему, еще был до этого. Реактивочка по штурмовику стреляет. Реактивочка здесь ничего не делает. Так, пошел ветрячок. Соник в производство, штурмовик производится. Не, ну все. Круто выигрывает гриф. Соники спуску не дадут, они прям. Ну все, жопа. Ну как? Никак уже. Слишком много техники синей. Соники базы сейчас уничтожат на раз-два. Отсюда, с центральной точки, больше всего урона идет. О, Соники. Убегает. Реактивочка. Бля. Видит это зеленый? Нет. Ну там штурмовик сейчас разберут его. Опа, посмотрел. Соник увидел. Бах. Заводу сейчас капец придет. Трехколесочка ничего не делает. Пикар самое время произвести. Ну нет, пушки есть и там, по-моему. Штурмовики вперед. А что, зеленый все? Сардукар минус. Он понял, что все. Он стоит, ничего не делает. Да, все. 1-1. 1-1. По-любому. Иван, бери дома. Ну, сейчас будет решающий, походу, матч. Бой, точнее. 1-1. Так, так, сверяюсь, 12-я есть, 12-я есть. Сейчас он посмотрит, три харва. Соники кучу харвов положили. Соники, да. Потрясающая заруба будет. Так, отрядились против Фордеса. Так, 24-я. Игон, по-прежнему на Сардаукара ставишь? Сейчас Badge of War. Badge of War это третье. Решающий бой. Окей. Карта действительно влияет, даже независимо от того, ну как скажем. Так, ну и смотрим опять разницу. У грифа ветряк готов. Блять, донат этот. Так, ну отстает немножко Сурдукар. Дальше все только. Если примерно одинаково база расстраивается, все. Вот у него второй в производстве, а у этого грифа нет еще. Он, блядь, грунт хуярит. Вот это он уже теряет. Ну, производит второй. Этот уже третий лепит. Дальше только в умении напасть на Харвестера, быстренько найти базу, напасть на Харвестера. В этом умении, ну, конечно, правильно заказывать, что. Так, три у синего, три у Сардукара. Сардука сильнее. Зеленый сейчас гриф. Так,
Что это? Три хорестера и машинный пошел завод. Че же у нас пойдет? Машинный завод тоже. Зеркально все. Машинный завод тоже синего. Но у грифа, у зеленого, он готов уже. Больше, чем наполовину, уже готов. А тут только еще строится. Что же он будет делать? Радар строит для того, чтобы появилось улучшение. Трехколеска пошла в производство. Тут радар. Кредитов нету, харвестера пока не собрали. Так, синий внизу идет наверх. Уже разведка пошла от Сардаукара. У зеленого тоже. Зеркально вниз. Но синяя разведка быстрее. Она уже полкарты прошла. Синяя разведка уже находит базу противника. Что на это гриф? По-моему, он строит самолетостроительный завод. Хай-тек. Поглядим, что из этого выйдет. Пикар. Блять. Гриф. Не, ну пикар, блять, это топ-тактика. Ну он не в курсе даже об этом. Он не в курсе, сука. Ну нет, он его видит. Он видит этот завод. Пушка лепится без башни. Но она, по-моему, не атакует, блять. Или атакует. Может, и атакует, я не помню. Да, поставил ее синий. Но зеленый. Ну и что там, вылетел, нет? А он пушку увидел. Так. Нет, она даже не смотрит. Она даже туда не смотрит. Он делает пушку. Главный завод атакуется. Бля, и что делать? Опять барак строить? Ракетную пушку делает. Успеет, нет? Деньги есть. Успеет ли он ее произвести? Да, по сути, должен. Орнитоптер не так быстро уничтожит. Так, ну... Зеленый наверху. Так непривычно. Пушка почти готова. Готова пушка. Чинить завод поставил на красном ХП. Уничтожил орнитоптер. Так, синенькие у нас атакуют с тылу базу грифа. Ветряки. Синий танк, вторая пушка. Зачем? Какая-то Дарья нашла минус в сборке. По стриму или... В игре непосредственно. Интересно. Что ж там за минус? Так, ну что у нас? Зеленый мутит какие-то грунты. О. У синего пекарная тактика пошла. Синий, 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 синий. А зеленый что? Зеленый без пушек. Он исследование подрубил пушки. Синий мутит Соник Сардукар. Что же у нас? Гриф. Трехколесочки воюют. Пушка ракетная. Танк.
Так. Производство у синего Пикара. Пушки у этого еще нету, но пушка уже делается. Ракетная. Она, блядь, защитит от Пикара. От орнитоптера. На половине орнитоптер. Пушка почти готова. А кто на базу, на главный подает? Ох, бля. Ты смотри-ка. Вот это серьезное дело. Че он подмутил-то? Смотри. Раздавил пехоту. Соник. Соник должен пушку бы атаковать. Но он ее не успеет уничтожить. Он пошел базу гасить. Главный завод. У грифа под атакой. Ебать. Вот это страсти. Он ей уже ничего не сделает, этой пушке. А чё она, блядь, зависла? А, она на Пикар отвлекается. Чинит, блядь. Он ее чинит. Ебать. Вот это мощь. Танк пошел на Соника. Прячется. Он успеет убежать. Бах. Ебануться. Пикар делает синий. Еще один. Соник уничтожен. На базе зеленого. Но тем не менее у него, блядь, нету главного завода. У кого? У синего. О, блядь, подожди. У зеленого. Синий мутит чё? Чинильный завод. Репэр. Девиатор мутит. Зеленый сардукар. Девиатор мутит. Но тем не менее... Так. У синего пикары в производстве. Подзагашивает он сардукар. Сардукар подзагашивает. Сардукар синий, гриф зеленый. Сардукар разъебывает грифа. У зеленого, который вверху, нету главного завода. Это полная жопа. Ну тут танки, конечно, похлопают. Харвестеры. Ну а что, тут уже все разносится. Пушка есть, но чем она поможет? Пикар уничтожен. Но синий идет уже наверх. Успел направить на машинку. Что это? Девиатор, по-моему. Девиатор он направит его. Уничтожит. Он строит еще один. Так. Успеет захватить. Захватил. Пошел на Харвестер. Но девиатор атакует уже. Штурмовик атакует. Бах. Нету. На базу пошел. К Харвестерам пошел. Синий. Не, ну не, тут еще непонятно. Не, блядь. Все, гриф. Да, походу, харвестеры в минус пошли. Соник еще идет. Да и базы нету уже. Главного нету, ничего нет, все нету уже. Что-то там про Соник. Ну все, Сардукар победил грифа.
Я думал, гриф подзагасит, но Сурдукар ничего так размотал за синих. Мне никогда не нравились зеленые, никогда их девиатор не нравился. Ну, тупейшая фигня. Но в то же время, когда бот использует эту херню на тебя, так бесит максимально прям. Ну, к примеру, захватив MCV, возраста жалко, можно было бы базу свою построить, и уже цвет не вернется. Или Харвестер, если в завод, я вот не помню, перекрашивается он обратно или нет. Ну все, значит, Сардукар победил. Что там надо? Конечно. Интересная пара получилась. Глеб, чисто башня. Ой, Орник умер за 5 секунд. Орники, они дохлы, потому что. Ну и по экономике видим 15 тысяч. Хотя очень быстро катка закончилась на самом деле за 12 минут. 12 минут. Ну хорошо, ГГ. Спасибо за игру. Пойдем в сеточку, поправим результаты. Спасибо всем, кто поддерживает призовой фонд. Окей. Дюнак, это касается, ждем от вас информации, готовы вы или нет. Музычку, да, ты какую-то хотел, чтобы я поставил? С этим, конечно, проблематично, но сейчас я попробую поставить музычку. Так, готов, Дюнак, окей. Ждем касается. А, вот, Дюна Команд Ремикс. Сейчас, ну, говорят, гриф давно не играл, но очень мощно и неожиданно. Ну, неплохо, но... Ну, Сардукар крутой, значит. Интересно. Так, музычку хотел поставить. Давай поставим. Музычку за 50 рублей. Дешевая музычка, да? Обычно у нас заказ музычки. Я готов ждать, если что, и написал. Окей, спасибо, Динок. Это там вроде... касаясь, задерживается. Это ремикс. Так, ну ладно, пусть спускай ремикс. Пойду почилю тогда пока что. Подготовка. Пока ждут. Так, сварщик и Сардукар, надеюсь, сегодня готовы играть. Это будет отлично. Так, я считаю, его ошибка — это мало рефок, надо в этой версии больше их тыкать со старта. Все верно. А, Ричи, вы прям шустро, можно next, что там, совсем никого? Да найдем кого? Нет, ты просто напиши, когда ты можешь. Музычка за 50 рублей, это монофония с Nokia, типа того. Да подождем, Дюнакет сказал, готов подождать, я в принципе тоже готов. Ну, в теории, опять же, если сварщик и Сардукар готовы, конечно, играть, мы можем пойти. Если вам надо, ребят, отдохнуть, отдыхайте. Мы будем ждать Дюнакета и Касаяса, а далее уже сварщик и Сардукар. Затем Егион и вот эта пара. План у нас такой. Мы узнаем финалистов и претендентов в матч за третье место. А, спасибо еще раз за поддержку. Уже даже лучше так получилось. Вон, сетка прям влезает как надо. И организатор. Ремикс на один топ. Даже полифония. Я надеюсь, хоть тот трек поставил-то. Еще раз скажу огромное спасибо всем, кто поддержал. Дарья, Касаяс, Адам или Адам, извини, не знаю, как правильно, если что, подправь, Смарт. Спасибо всем, кто пополнили призовой фонд. Спасибо, кто поддержал лично меня, это тоже очень сильно помогает от души.
посмотрю, сколько на данный момент у нас. Там еще, конечно, понятно, за минус комиссии все дела. Я пока не могу доглянуть. Ладно, потом посмотрю. Подготовить кошачьи щиты. Подготовить за Динокета, за спонсора данного турнира. Кстати, уточка что-то не объявился. Главный. Говорит, наберу попкорна, буду смотреть. Почему в блоке слева сверху только я, а где остальные? Давай смотреть. Может, не прогрузилось? Да, действительно. Бывает, Денет Альверс тупит. Это странно, да. Хорошо, что сказал. Бывает, сервис тупит. За всех не могу ручаться. У них тоже бывают сбои. Сбои. Попробуем это подправить. Можно? Можно. Конечно, можно. Да-да-да, можно. Реклама. Нахер мне реклама. Так, окей, спасибо за песню. Касаясь. Спасибо за ожидание. Я поиграю коту. Кину еще и не бейся. Вот это интересный байт подъехал. Окей. Да, ничего страшного. Странно, иногда смайлик отображается в чате трансляции, иногда текст. Да, приложение не воспринимает почему-то. Я не знаю почему. Ну, благо на... Сейчас смотрю, вот на этом самом, на Твиче все хорошо отображается. То есть все, кто на Твиче, они видят смайлик как надо. А вот Лесной, здравствуйте, мистер Ричи, белый флаг за Ричарда, спасибо большое. Вот видишь, теперь никто не отображается смарт. Сейчас, так, по поводу призового. Сколько у нас уже, там 1005 набралось где-то, да? Ну да. Так, а зачем тогда ключ на харп, если он после радара только доступен? Ну это к Славе надо, к вопрос. На Твиче, да, я про общий чат, он 50 на 50 работает. Но это от программы зависит, не от меня. Вот видишь, сегодня она не работает. Так же, как и... статистика. Так, сейчас попробуем подправить. Так, топ донат, топ за стрим, вот топ за стрим. Что он хочет? Короче, смарт, теперь и ты не показываешься. А если так написать? О, слушай, а так показывается. Это же, видимо, с текстом, да, только? Прикольно. Харвестер после радара дурь. Ну, это Слава делал сборку, поэтому... как... что можно сказать? Слава делал сборку. Он увидел баланс, что надо сделать так. Так, да, Дарья, может, ты готова сыграть? Мы можем, кстати, с тобой пойти сыграть, например. Так, кто за последний? Еще вопрос, Сардаукар и Сварщик готовы сегодня играть? Мало ли. Скажите, я все не могу, не увожу. Понимать, сколько нас еще... сколько у вас сил... в идеале надо, конечно, отыграть. Так, по поводу смайликов, не знаю, чем вы стримеры пользуетесь для агрегации чатов. Разных, его только персонально не показывают почти ни у кого, только у пары стримеров видел. Давай попробуем, пишет Дарья, давай.
Тардаукар говорит, готов, все. В Сави на сборке хоть шансы есть в Лейд поиграть. Это про Трова, конечно, что там на Твиче мне... Не этого, на Твиче он, видишь, по-другому преобразует. Предвуд ля Ричи, потому что Сной так сказал, и все из-за того, что одобряет Ричи. Или Сной, да? Сной, как дела, как поживаешь? Так, Дарья готова, давай с Дарьей сыграем. А, ну может я создам, давай, я же создам, точно, я создам. Окей, касаюсь, тогда напишешь, как будешь готов, желательно на стриме, либо Дюнакет мне сообщит, буду признателен. Так, давай на базе. Здесь же база, да? Сервер база. Сервер база. 1, 2, 3, пароль, версия old 2.1, Дарья. Надеюсь, ты ко мне зайдешь. Отправим. Это стримерский. Так, ну если будешь признателен, то сообщу. Конечно. Конечно, буду признателен. У меня только эмулент. Все, хорошо, не вопрос. Идем на эмулент. Эмулент 1, 2, 3. Создал. Ожидаю. Так, а, экран не растянулся. Так, окей. Это персональный, да, персональный. Парт персональный. Видите, даже Дарья играет с нами. Дарья, кстати, в Mortal Kombat хорошо играет на самом деле. Не только Диону. Спасибо, она сегодня поддержала призовой фонд. Дарья сильно играет. Код не пришел, код здесь. Ожидаем. Так, Дарья зашла. Окей. Включу ее экран. Чтобы вы видели. Так, Дарья вот тут вверху справа. Вау, Алексей, ёлки-палки, фига себе поддержка. А, мы готовы, Ричи. Как быстро. Дарья за Sony играет. Так, Алексей, это куда? Поддержка, призовой фонд? От души. Окей. Тогда идем, раз вы готовы. Кинули Дарью. Алексей, спасибо тебе большое за поддержку. Это призовой фонд от души. Дарья за Дарью играет. Да, Дарья, видишь, только игроки пришли, к сожалению. Что-то там ждали-ждали, в итоге пришли. Окей, вы готовы. Тогда мне надо сейчас будет быстро определить, кто у кого приоритет. У кого приоритет. И завершающая у нас сегодня пара, которая, скажем... Как это назвать сейчас? В одной четвертой, да, завершающая пара одной четвертой и определится одна вторая полуфинала. Не, стой, кот. Дезинформация, да? Так, готовы или нет, ребята? Размяться, касается. Ну, размяться у тебя было время. Давай, все-таки затяжка времени это такое дело неблагодарное. Если ты здесь, если ты готов, то погнали. Я, конечно, все понимаю, но турнир есть турнир. Мы с тобой договаривались на 22:00. Поэтому будь добр. Либо напиши точно, сколько тебе нужно времени. Либо давай погнали играть. Если тебе 15 минут надо, напиши, что тебе надо 15 минут. Чтобы у нас не было никакой дезинформации. Так, Алексей, спасибо за поддержку. Призовой фонд. Тем самым пополняется и растет. Три призовых места. 50%, 30% и 20% соответственно будет дележка. Так, Дарья, возможно, может и сыграем. Погнали наших городских, говорит. А вот пока непонятно. Погнали или нет. Ожидаем.
пока касаясь толком внятного ничего не говорит. Может или не может. Вот я ему написал, готов играть, он мне ничего не ответил. Так, Ром, я как, отдыхал 2 дня с женой, с сыном. Шашлык, рыбалка, алкоголь, интересно. Получил кайф, удовольствие. Забрали монитор, девайсы. Куда забрали? Кто забрал? Зачем забрал? Джанакет сильно, кстати, играет. Так, ну я тогда пошел наперекур. Давай. А, так, окей. Дарья, ты готова играть? Самое вкусное — это видеокарта NVIDIA 1650 на 4 гига. Будем смотреть, зайдет ли стрим или нет. А так, уставший после... Да зайдет, а что не зайдет? А, Дарья, если готова, давай еще раз. Тут уже извиняйте, мы с Дарьей тогда катку сыграем. Где там касаясь ходит, бродит. Тогда ожидайте. Это классно, но дела-то как, говорит? Дела как? Ты что создал? Может туда же зайти? Да, да, заходи. Что, она зашла? Жду от обоих игроков здесь в чате, что вы готовы. Если, ну, но ну если 23:00, конечно, не появится, то, ну, думаю, судья может ставить техническое поражение. Так, все готово. Так, сейчас закроем. Я не видел ее. Так, кого я ставить сейчас спрошу? Это игра вне турнира, пока мы ждем ребят. Получается запуститься или нет, надо шаманить. Ага. Дела потихонечку. Как пожелаешь, милый, нифига себе. Это я бороду отрастил, милым стал. А если судья сам отсутствует? Ну, я один из судей, я на месте. Так, как пожелаешь, милый, хераси ты. Давай Харконинов тогда. Так, норм. 12-ю карту. Сейчас уточню у нее. Дарья, скажи, пожалуйста. Дела потихоньку-полегоньку, ждем, когда уже поедем рожать. Так, гол. Да, все, окей, поехали. Говорит, да. Но с Дарьей, Дарья меня выигрывала, я выигрывал Дарью. Сейчас давненько с ней не играл, надо сейчас тут понять, как по силам у нас. Я могу заменить его. Никто никого не будет заменять. Будет техническое поражение и все. Вот-то как раз может. Касаясь не может. Так, а у него Харконин, да? А, так ты в турнире не играешь, согласен. Да. Все, кто не записан, никто никого не заменяет. Все правильно.
Так, можно рискнуть в 4, выйти эти самые. Я тут так понял, у нас девочка играет в Дюну. Со стримером. Кто стримит турнир? Стример за синих, девочка за красных. Карта большая. Так, ну разведка идет. Там уже приехала, да? Так, я на плите стою, ты прикинь. Да, вот езжай. Так, ну пока один квад, в принципе, не опасен. Вот сейчас я нажал снизу один раз. Вот, прилетел, наконец-то. Так, ну она пока разведывает больше, да? Так, одним этим самым трайком я не законтрю. А где появится? Отлично. Тут появляется. А вот двумя. Можно даже третий еще подключить. А спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку. Спасибо всем еще раз, кто поддержал призовой фонд. Это очень сильно помогает. Так, можем отправить. Отключу пока микрофон. Только. Так, надо поехать на разведку, конечно же. Смарт тащится от музла. Тщательно. Так, электростанцию, да, надо? Так, танки подъехали, да? Так, надо поехать вот этот угол разведывать. Блин, херово тут могу заставиться. Давай вот так. Добрый вечер. Добрый вечер. Ага, они вот тут у нее, да, добывают. Так, а на контроле центр? Ну, поехали вниз.
Дарья сильна, да. Так, ну туда надо поболее отправить. Ракетница, что ли? Да, вот она любит тут заезжать. Хорошо, что здесь на стражу поставил. Минус хард. Там какая у вас погода, блин, так я тебе сходу не скажу. Так, Дарья вышла. Окей. Райками на ее базу и орать. Алексей, бега ты там отгружаешь. Это жесть. Спасибо за поддержку. Какое-то безумие у нас призового фонда. Окей. Блин, обе Катюши зазря приехали. Ну да, она поняла, что у нее ставка была на эти Катюши. И я угадал, конечно, вот здесь с танком. Видите, как важно на защиту ставить. Да, здесь появилась опция, как ставить на защиту. Вот здесь она в теории могла, в принципе, проехать. Куда она вышла? Ну все, сыграла. Так, Алексей, это все куда? Это в призовой фонд, да? Я так понимаю. Так, ну призовой фонд у нас уже там херва туча. Призовой фонд, вот цифру, которую видите, минус 600 рублей. А, так, ну вот, о чем я говорю, тебе баланс по нраву только таким агрессивным игрокам. Почему она их дальше не провела? Ну танк согрелся. Хотя у нее по бюджету, смотрю, там 2000. По бюджету. Ей, ладно, спасибо за игру. Так, Алексей, спасибо за поддержку мощную, конечно. Ожидаем. Касается. А, спасибо за лайки, спасибо за поддержку. Если, не знаю, кто еще, может кто-то готов зайти поиграть. А что, она не видела танк, что ли? Ну, не видела, получается, как она и видела. Видимо, не видела. Ты меня не узнал, что я Серега? Узнал, Серега? Как не узнал? Я не могу без мата. Меня крестовина сломалась на джойстике. Нифига себе, как кнопки Жамкова. Ну, бывает, ничего страшного. Тогда надо чинить джойстик. Либо переходить на клавиатуру. Блин, обидно, конечно. Готовы? Окей. Так, Дюна Кэт и... Ты можешь. Это хорошо. Так, Дюна Кэт и... И касаясь, ну, видимо, касс, так и буду подписывать, как он подписался. Динакат против касса. Завершающая игра, потом сварщик и сардаукар. Так, идем, значит, в рандомайзер. Да ёлки-палки. Спасибо Алексею за поддержку. Так, сейчас идем в рандомайзер, определяем...
кто из них первый приоритет? Так, один момент только. Стоп. Сейчас закрою вот это все, чтоб нас не отвлекало. Так, Дюнакет или Каз, кто из них первый? Давай проверяем. Ричи, зачем нашаманил крестовину? Да так получилось. Дарья, бери геймпад Logitech. Касаяс первый выбирает. Окей. Так, база 4. Это куда или что? Подожди, это не... Так, сейчас разберемся. Найду, где там дал. И заходим и смотрим. Наконец-то долгожданную зарубу. Так, не понял. Сейчас один момент. Так, ну так, что, да, все готово. Рестартну запись. Правлю. Четвертый кусок. Видите, как это, это выглядит вот так, да? А мы делаем вот так, так и сразу уже красивее. Трансляция, да? Не прервалась.